Ой, тут вот этот вас два вот этих дурака сейчас встанут, ёп. Да забирай ты ключ! И хера их там! Всем привет, ребят, меня зовут Влад, мы продолжаем с вами Ниндзя Раши. В общем, сказали мне, где лежала якобы звездочка с того уровня, вот, с 61-го. Ну, конечно, сейчас я за ней не пойду, вот, потому что, ну, не знаю, как-то сейчас не вижу в этом смысла. Супер. А я тут при чем? Вот, и мы начинаем 65-й уровень, поехали. Так. Сейчас надо аккуратно. И да, кстати, подтверждена информация, о которой я догадался в прошлой серии, что маги контролируют вот этих вот дурачков. В общем, вы поняли, о чем я говорю. Сейчас я не понял, что я делаю. Это что? Какого? Что делать? Ничего не понял. Не, серьезно, а что делать-то? Я в этом уровне даже минуты не провел, а стоило нажать рестарт, мне в лицо выпрыгнула реклама, которая была на 30 секунд. Так, ну до туда он не доходит просто. Вот, все. Прикол. А там дурачок, смотри, его надо, чтобы он разворачивался в нужную эту. Ой, хорош. Так. Фух, чекпоинт. Так, что? Ох, там звезда где, смотри. Так, а там дурак. А там конч. А, и что с ним делать? А? Чего? А второй-то там откуда взялся? Эй! Я две жизни потратил на двух придурочных дурачков только что, просто при вас. Вы это видели вообще? Две жизни на двух дурачков придурочных. На двух конченых просто дурачков потрачено две жизни. Как-то жизни тратятся странно очень. Так, все, я их из-под контроля убрал. Фух. Так, ну сейчас нормально было. С лучниками просто беда. Офигеть, что творят. Куда ты пошел, мой маленький? Есть, кстати, один лайфхак, как гасить вот этого дурака. Сейчас я, кстати, попробую так и сделать. Сейчас, ребят. Смотрите. Хоп. Я по-любому в него попал. Потому что, ну, нельзя не попасть было. А, нет, я вряд ли попал. Так, ну там Олег. Так, теперь их там до хера. Да что ж... Что делать теперь? Что делать с ними теперь? Кто объяснит? Я не представляю, что с ними делать. А, хотя... Подожди. А, так я... Так я жизнь куда сейчас отдал? Я же мог вот так делать. Ой, отдал зато жизнь. Куда я ее отдал, фиг знает. А где Олег? Он взорвался, что ли?
И сейчас он ходить здесь будет, да? Он ходит здесь. Ёп, перный театр. Так, тихо. Надо сейчас тоже выжидать вот этот мега крутой. Зачем я полетел? Я же, у меня же настроено не лететь туда. И... Почему именно на эту кнопку я полетел? Ой, хорош, прям нужная вылетела ему. Хорош. Так, так трачу жизни в тупоту какую-то, в полную. Тупость полная. А, это считается нормально, да, вот это вот? А, фух. Это считается типа нормой, я понял. Фух, ну ладно, это ладно еще. Ну это так, сложный капец. Сразу кидаю, чтоб никто не на меня не выпрыгнул. Чё там? Так, тихо здесь. Так. Фух, ё-моё, побрил почти яичко. Почти меня убил. Так, этот хер выжил. Вот этого лучше убить надо. Окей? Фух. Так, а тут чё? Чего? Я правильно понимаю? Ё-моё! Как это вообще возможно так? Чё за бред вообще, блядь, происходит в этой игре? Это капец! Это такой тупизм просто! Ну чё нужно, это не выходит, а? И она не чинится, прикинь. И она не чинится даже. Сразу. Это просто... Ой, чуть не поцеловал его в нос прям. Я надеюсь, это конец уровня, потому что это просто же нереально, это же фух. Сложно. Очень сложно, это жесть. Друзья, у нас 66 уровень, я как раз сейчас тут это... рекламу смотрел после уровня, как обычно. Интернет не отключал, и приходится смотреть рекламу. Фух, ну жестко, жестко, это мало сказать. Так, окей. Это 66 уровень, пока что такая тишина. Так тихо, ребят, так тихо. Перед чем это, интересно? Так, ну тут... Вот внизу есть что? Ну ладно, может и нет, ладно. Что? Он отбил атаку. Я так сейчас умолк. Я думал, убью так его, но нет, он отбил атаку, ребята. Офигеть, так ладно. О, там какие люди.
Жесть. Че, реально не попасть туда? Так, ну хорошо, ладно, звездочку взял, уже радует. Так, вниз мне не надо, да? Да, не надо. Нежелательно. Я понял, я понял. Там взрыв, это сразу ад, это конец, это смерть. Я промолчу на это все. Я не знаю, как это комментировать, правда. Я отказываюсь комментировать то, что вы видели сейчас. Так, ну надо было, да, чтобы звездочку по-любому брать. Я сначала думал их не трогать, я звездочку не видел. В итоге все правильно. Но то, что я немножко до чекпоинта не дожил, это тупо так. Надо было подняться, чекпоинт-то взять, я что-то не подумал об этом даже. Так, опять эти дураки. Так, окей, ну это дураки. Быстро проходимые, скажем так. Я понял. Ой-ой-ой-ой. Фух, я аж замолк, если честно. Тут и не так замолкнешь, ребята. Ой, тут вот этот, вас, два вот этих дурака сейчас встанут, ёп. Да забирай ты ключ! Ни хера их там! Как их много! Идите в сраку просто. Не, можешь их реально убить, как бы. Да ладно, я их сейчас порешаю резко, чем нет. Их просто так много. Нужно их порешать. А, да? Даже так, блядь? Не, ну в принципе, если спрыгивать на них прям и убивать, все. Все. Вот так вот по одному гасить. Ну ой, они лютые, капец. Все, всех просто красавчик разнес. Жесть, 4 чувака таких, офигеть. 4. Это не один. Мы с одним, помню, фигели, когда в первый раз увидели, а тут 4. Ой, главное, чтобы, кстати, еще самураев не было, которые звездочки в себе держат. А так это вообще будет просто жесть. Я помню, там такой был дурак. Это Олег, который скрывает в себе тайну. Я не знаю, как это еще называть. А ты чё не сказал, что ты не доходишь до туда? Пидорас! Простите, пожалуйста. Бомбит. Я осуждаю, но меня бомбит.
Он же не доходит до этого столба. Чё он творит вообще? Конч. Душнило. Так. То есть у меня сейчас есть шанс вот на эту штуку. И все, потом на эту. Хух. Ага, не хух еще, ребята. Вообще не хух ни разу. Ох ты, ёб, хорошо, что заметил. Ебать! Пожалуйста! Это кто сделал? Это кто сделал? Он каким образом смог вообще попасть в меня? Я сейчас не понял вообще ни хера. Как он это сделал? А как он попал? А как этот уёбище попал в меня? Как? Кто попадает? Кто этот чмошник? Подожди, он что, обштыри головой что ли стукается или что? Не могу понять. Почему он умирает? Ты что, дур... Ребят, только что я смотрел рекламу с какой-то теткой, которая про какую-то парковку рассказывала. И этой тетке хотелось сказать: тетка, за эту рекламу я должен 5 жизней получить бесплатных. Ну, потому что эта реклама шла, ребята, минуту с чем-то. Чтобы вы понимали. Ну, я понял, этот пидорас об штыри головой задевает. Сейчас не понял. Фух. Это еще не конец, ты серьезно? Это еще не конец? Ты дурачок, ты серьезно? Ты считаешь, что это еще не конец? Я уже вот лично считаю. У меня жизни нет просто уже на вас, твари. Так, она там по кругу ездит, офигеть. У меня просто нет слов, ребят. Я прошел. Это радует. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.